Люда, ну, в общем, Серега позвонил, я пошел с пацанами пиво попью. Я быстро. Ну, иди, алкаш. Люд, а что сразу алкаш? Я с ними раз в полгода встречаюсь. Ну, значит, ленивый алкаш. Алкаш же ж. Как мне надоело каждый день готовить. Вот суп я сварила на 2 дня. Насыпаю мужу сегодня вчерашний суп. Говорю ему, на, кушай супчик. Он говорит, а супчик свеженький? Я говорю, нет, вчерашний, но он вкусный, кушай. Он такой кушает суп, такой скривился и говорит, Люда, ты же знаешь, я первая на второй день не кушаю. А знаете почему? Потому что там картошка твердеет. Картошка твердеет, поэтому он не кушает на второй день. Идем уже, я есть хочу. Домой идем. Домой пойдем? Да. Ну хорошо. Смотри, какая лисичка. А давай сфоткаемся. Фоткаем. Паш, ну с шишечками меня сфоткаем. Люда, я есть хочу. Идем домой. Возле елочки. Сфоткаемся. Люд, ты что, прикалываешься? Ну все, Саш, смотри, какая красивая елочка. Ну как не сфоткаться, давай. Саш, еще одна фотка и все. Люд, хорошо? Ну я надеюсь, эта фотография будет на кухне возле плиты. Люда, что ты сказала? Саша, еще раз на карканье вороны ты скажешь. Люда, что ты сказала? Честное слово, разведусь. Саша, Саша, че, Люд? А дай мне денежку, я за продукты не скажу. Ага, сейчас. На, пару тысяч, я думаю, хватит же, да? Ого, Саш, 2000 это очень много. Мне 1000 нужна. Точно? Я вложусь, я продукты там подсчитала, я в 1000 вложусь. Ну, хорошо. А слышишь, а на эту 1000 ты пойдешь с пацанами пивка вечером попьешь. Ты серьезно? Да, пойдешь, расслабься. Люд, ты меня... Да, точно, честно, да. Иди, не подкалываешь как-то? Не, вообще не подкалываю. Давай. Ты потом ничего не скажешь, что я потратил 1000? Нет, вообще ничего не скажу. Пойди, расслабься, пивка попей. Правда. Боже, как жарко сегодня. Да капец, жарище, ужас просто. Слышишь, что-то прохладненького, а? А что ты хочешь? Возьмем. Мороженое, может, пойти взять? Не, ну мороженое это-то хорошо, как бы, но... Может, пиво? Люда, заметь, это не я сказал. Фильтрованного. С рыбой. Бегом. Саша, а у тебя завтра какие планы на завтра? Да никаких, выходной день отдохнуть. Слушай, ну мы, наверное, завтра в магазин пойдем. Чего? Ну, мне одежду нужно купить. Какую одежду? Может, на той неделе покупали? Ну, это уже старая одежда. Им уже неделя, и тем более я у них уже перефотографировалась. Мне нужна новая одежда. Нормально, Люта, ничего страшного, что в одной футболке уже 3 года хожу. Не, ну это вообще... Саша, слышишь? Чего? А скажи только честно. Что? А сколько у тебя девушек было до меня? Сегодня? Что в смысле? Я пошутил. Это шутка такая. Что это за шутка? Это обычная шутка. Ты что, шуток не понимаешь? Я шутки понимаю, но это не понимаю. Короче, сегодня спишь на балконе. На каком балконе? Там комары. Ничего страшного. Полезно будет. Люд, привет. Я дома. Привет, Саша. Был. А к маме своей заезжала, она тебе цветочек передала. А мама передала цветок? Класс, такой красивый. Прикольный, скажи. О, записка. Что за записка? Верная инструкция. Мама ж так не может. Так, ладно. Люда, это цветок. Ну, это цветок. Его поливать нужно 3 раза в неделю. А, вот видишь. Хорошо, польем. Так. А сына моего кормить 3 раза в день. Что это значит, Саша? Подкрутил, Люд, подкрутил. На каждом своем выходном я что-то кручу. Будь осторожней, пожалуйста. Ну ладно, не заводись. Спасибо, что подкрутил. Пожалуйста. Слушай, Саш, а ты другими инструментами ничего не хочешь подкрутить? Люд, только не говори, пожалуйста, что там холодильник не работает. Нет, там все работает. А что, стиральная машина? Нет, не машина. Плита? Нет. А что? Ничего. Саша, а что ты больше любишь? Пожмякать или потыкать? Что за вопросы такие, Люд? Нормальный вопрос. Ну, так что ты любишь больше? Ну,
Я люблю сначала пожнакать, а потом потыкать. О, у тебя вообще с нервами не в порядке, да? А при чем тут нервы? Ну, я, например, просто потыкать люблю. А что ты? Люда, привет. Че, свет так и не дали? Не дали, а когда электрик будет? Да я позвонил, свой. А что такое? Я хочу в туалет сильно. Так иди. А как я пойду, если света нет? А при чем тут свет? Так я же не смогу спустить бачок этот. Чего не сможешь? Иди спускай. Так света же нет, Саш. А, ну ты скажешь, что ты еще ничего не приготовила. Ну естественно, не приготовила, света же нет, так Саш. Так у нас газовая кровь. Так оно же от света идет, ты че, от розетки? Саш, ну где ты так долго был? Ну, Люд, я буду рассказывать, где я был. Саш, а почем хот-доги? Ты что, уже есть хочешь? Я не знаю, почем. Свинка! Люд, а что ты грустная какая-то? Да у меня совсем настроения нет. А чего? Почему? Расскажи мне какую-нибудь шутку или анекдот, может, веселее стать. Да я кучу анекдотов знаю. Ну, я тебе не анекдот расскажу, а загадку хочешь? Ну, давай. Люд, а знаешь, почему у женщины меньше размер ноги, чем у мужчины? Нет, почему? Чтобы к плече ближе стоять. Что такое? На моем лице видишь улыбку? Нет. Не смешная шутка, Саша. Саш, а дай мне водички тоже, я хочу пить. Да, это я чисто для себя взял. Я сейчас тебе сбегаю, в пятерку куплю. Нет, ну да, я хочу попить. Да это гигиена, ты понимаешь? Дай! Люд, жалко, что там мне, Саш, не жалко, но это гигиена, Люда. Какая гигиена, дай сюда, Саша, короче, я сейчас тебе куплю собой воду. Саш, что за приколы, я вообще не могу понять. Дай попить мне нормально, я же тоже хочу пить.